травму получил Алан Касаев. Ну, Рифат, он хорошо выглядел на тренировках. Для первой игры он сыграл отлично. Так что, я думаю, в дальнейшем он будет хорошим футболистом. Подворот голеностоп подвернул, так что еще под вопросом игра в Питере. Ярослав Геннадьевич, на 90-й минуте неоднозначный эпизод был с участием Хинти, чужой штрафной. Удалось посмотреть повтор, как оценить? Был ли пенальти? Да я даже не видел. Ну а что толку? Было, не было. Там есть люди, пускай разбираются. Я судейские ошибки или не ошибки, я это не обсуждаю. Да, пожалуйста. Вы полностью довольны самоотдачей? Самоотдача, да, желание было победить. Не всегда этого достаточно. А чего не хотел тогда? Ну, реализации не хотел. То есть, рисунком игры вашу команду не довольна? Ну, как может быть? Довольным рисунком игры, когда команда проигрывает 0-1. Значит, есть вопросы и к игрокам, и ко мне будут вопросы. Да, последний вопрос, первый тайм Шкулевич и второй тайм Хенки. Кто больше понравился? Трудно на этот вопрос ответить, если форвард не забивает. Уже есть вопросы.